красивая наша площадь, хотела сказать. Почему площадь? Ё-моё. Красивые наши ворота Виру. А днём так тем более. Встречаться с мамой на Ратушную площадь. Огонечки горят. Елочки стоят. Украшения. Моя смук. Глюк даже продают здесь. Ход глюк. Мамуля нас ждет, стоит, смотрит, в шубке, ищет нас. Это что, птичка пролетела? Ксю. Всем молодежь. Елочка, днем наша. Ой, какая красота. Да. Там сцена. Поближе, да, мама? Да, Ксюшка с мамой. Мама, как увидела у меня Ксюшу, что она такая вся раздетая, то есть без шапки, и сразу говорит, а давайте, Ксюш, давай тебе шапку купим. Шарфик. Шарфик не захотела. Вот наше здание, два дракона, а третьего не могу найти. Значит, два дракона, а кафе называется «Три дракона», которое находится вот здесь. Вот там, вот там. У нас тоже есть такие фигурки. Вот эта лавочка из гномиков разных тут всяких. Такие они потешные. Ой, такие разные все. Маленькие такие фигурки. Тут шарики. Ой, сколько их много. А здесь викинги. Всякие разные. Божечки ты мой. Они такие хорошенькие, да, их куда-то на камин поставить. Или, о, у нас наподобие такое есть или нет? Или точно такая же девочка у нас есть? Девочка у нас была и, по-моему, еще какой-то гномик был, не помню. Но здесь нет такого. С мамой подошли к этому прилавочку, и она увидела носочки вязаные. Мам, подойди. Ой, а тебе такие хорошо? Да, очень. А зачем, почему именно такие? Ты хочешь, чтобы пальцы? За рулем руки мёрзнут. Понятно. Значит, руль надо с подогревом, мам. Ой, здесь такие классные носочки, да. 25 евро носочки стоят. Только такие. Такие 22. Нет, такие 20. Покажите, какие вот... Это белые побольше, да. Покажите еще. А они шерстяные? Или не, нет, тут не все шерсть. Шерстяные. Ой, какие маленькие. Господи. Разные цены. Разные перчатки. Шапочки. Шарфики. Нет, надо, чтобы открывалось. Ну что, мама? Ну, вот эти, эти большие тебе. Не бери такие, да. Вот эти хорошо, но я бы хотела... Надень еще раз серенькие посмотреть. И заодно носочки себе выберешь. Вон какие носочки хорошие. Почему? Ноги в тепле будут, зато дома ходить будешь. Перчатки.
Перчатки, перчатки варежки, да? Да, да. И еще, а здесь палец нет. А там сейчас да, будем да, выбирать. Да. Смотрите, какие модненькие носочки, а? 25 евро. Еще вот такие, мне вот да, такие нравятся, серенькие, не знаю, почему серенькие больше нравятся. Может, тебе такие, ты хочешь такие? Нет, мам, не надо, спасибо. Выбери себе. Не, не хочу. Нет. Мама выбрала себе носочки? Ну, наверное, вот... Вот такие, и варежки, наверное, вот такие вот, да? Варежки-перчатки. Ну, да. Ну, они ж теплые, да, ну, хорошие. Мама, шубка теплая. Да. В прошлый раз, когда мы здесь были, я этого ничего не видела. Народу было много, поэтому все не обошли. А сюда зашли, тут свечки, украшения такие интересные. Брошки. Отражатели. Ой, классные. Это на сумку, наверное. Ремешочки такие. Здесь теплое. Это из-за... Мама говорит, гульку засними. Сидит тут такая, греется, музыку слушает. Мама, это из-за овцы, да? Да, это овчина. Ну вот это вот... А, это, кстати, возможно... Знаешь, куда? В машину. Да, это в машину. И здесь вот такие вот варежки теплые. Они на самом деле, кстати, теплые. Ты мне когда шила, мам, помнишь, с опушкой да, здесь? Да. Я их ношу до сих пор, но сегодня почему-то не надела. И тапочки здесь вот такие. И тапки мы эти шили. А, и мама говорит, и тапочки шили такие. Ой, какие маленькие. Такие, господи. И такие мы шили. Маленькие, да. Да, они на самом деле очень теплые, и руки прямо аж согреваются. Бозички ты мой, это что за прелесть такая? И варежки такие маленькие. Шарфики. Лиса. Катюша, тебе привет от лисы, от этой. Варежки какие. Теплые, такие с рисуночком. Просто прелесть. И маленькие. О, Катюха, смотри, какие лисы. Медвежонок. Маленькие какие. Я еще здесь увидела такие красивые подушечки. Божечки ты мой. Какая красота. Еще Ксюшка говорит, мама, надо купить скатерть. Дорожку. Вот эти дорожки висят здесь. Надо посмотреть, узнать, что почем. И скатерти здесь есть. Деньги есть. Так. Да ты что, наличные. Деньги есть? Мама да, говорит, деньги наличные. Есть. Вот я еще смотрю. Ой, тут. Смотри, как красиво. Ксюша. Тоже. А вот это? Или это подушечка? Это наволочка. Наволочки там, да. Ой. Ванные шапочки. Сипсик. О, еще лиса красивая. Катюша, тебе привет от лисы. Вот это волк? Это же волк. Ой, совушка. Мы подошли к такой лавочке, где вещи из альпака. Они шерстяные и такие цвета красивые. Зелененькие. Ой, мне больше всего зелененький понравился. Здесь такой серенький, розовенький. Разные такие шарфики здесь.
Альпака, да. Какие классные. Сачку, капу из чуси чарпы. Okay, I'm gonna take this. Yes, and for the socks, you can... Шапочки здесь такие. Натуральные. Альпака. Пончо. Тоже шарфики. Вот этот вот шарфик стоит 149 евро. Из альпаки. Но он большой, этот шарфик. Как мама говорит, работала на пик и бегали сюда за конфетами. Но сейчас здесь Марго кафе. Да, мама в старом городе работала у меня. Ой, как она на каблуках тут бегала. Все и каблуки, и все набойки стерла, да, и оставляла между камушками. Олдеханса. А туфли, австрийские, между прочим, мама говорит, были австрийские. О, это круто. Идем в какую-нибудь кафешку или в какой-нибудь ресторанчик посидеть. Вот надо найти место хорошее, теплое. Ой, какая тут атмосфера сказочная. Божечки ты мой. А вот, Мамма Мия. Может быть, в Мамма Мия сходим? Сейчас посмотрим. Кафешечка. Ресторанчик итальянский. Зашли в ресторанчик. Пиццерия. Ой, как мы замерзли. Божечки ты мой. Какая она здесь со своей атмосферой. Пиццерия это. Картина. Лампы такие большие. Ну, уютненько, хорошо. Очень тепло. Там еще один зал есть. Классный ресторан. Называется Итальяно Мамма Мия. Шикардос.
я взяла себе... Мама, с чем у меня был? Ванаталин? Ванаталин ликер. Давай. Будет там. Давай. Давай. За Рождество, Ксюшенька. Давайте все вместе. Вместе. Вот так. О, молодцы. А у Ксюшки мохито. У мамы виски. У меня глёк. Приправки всякие здесь для пиццы. Масло. Травка. Муравка. И соус. Табаско. Вот этот табаско очень острый, мам. Он спайси. Принесли нам пиццу. Это дьявола. Наполовину Ксюшка попросила, чтобы сделали без пепперони. Пепперони, елапена. Но с пепперони. А здесь другая пицца. С тунцом, да. Уже не помню, как называется. Но приятного нам аппетита. Ксюнечке принесли фондан. Она заказала с зеленым кофе. Ой, кофе. Угу. Зеленый кофе. Зеленый чай. Мама заказала себе тирамису, да, мам? Да. У нее тирамису и латте. Вкусняшка. Чего я себе тирамису не заказала? Я же не люблю сладкое, поэтому я ничего и не заказывала. Зеленый чай. Фондан. Ксюнечка, мама, приятного вам аппетита. Ксюнечка, ничего поправить нельзя, да? По поводу... Не знаю, там, наверное, можно будет, да. Ребята, мы сидим в итальяно-ресторанте. Ресторане. Здесь так красиво называется «Мамма Мия». «Мамма Мия». А вот там вишка. Только много. Я немножко засняла на камеру. Возможно, будет новый выпуск. Но здесь очень красиво. Прям шикардос. Наш счет составил 126 евро и 30 центов. Вот так вот мы поели втроем в ресторане «Мамма Мия». Ну все, выходим с ресторанчика, наелись, напились, и очень было вкусненько. Так что, кто будет в Таллине, заходите в этот ресторан «Мамма Мия». Италия ресторан. Там офигенские, просто офигенская пицца. Очень вкусно. Все, мы по домам. Пойдем прогуляемся еще немножко, наверное, на Тамсаратея. Не на Тамсаратея, а парк Тамсары. И поедем уже домой. Ткани магазин был. Магазин тканей. Тканей, да, был вот здесь. Этот магазин был ниток. Вот это мама говорит, где написано вывеска «Али Кок». Был магазин ниток, так что у меня мама швея, поэтому она все знает в старом городе. Здесь сувениры. А здесь что, мама? Что? У папки твоего заведующего это магазин был, это обуви. Хаэсти, где написано? Да, это магазин обуви. А это магазин, а там столовка была, обуви. Вот где Домини. А где Домини, название, вывеска написано, мама говорит, здесь столовая была. Столовая была, советское когда-то время, в советское время. А вот здесь, кстати, вот на втором этаже летом, вот эти вот окна, как называются? Сефел. Барчик, наверное. Короче, здесь окна открыты, потому что там настолько жарко и невозможно дышать. Как обычно, на кондиционерах они экономят, а окна открывают, чтобы поступал свежий воздух. Так, здесь наш сувенирный так и есть. Да, сувенирный магазинчик так и остался, мама говорит. Маленькие сувениры. Вот мои шлепают. Саламандр. Ну, здесь тоже, по-моему,
Вот этот саламандр, здесь обувь была всегда. Только другое название было. Божечки ты мой, мне вот эти вот гирлянды напоминают, когда мы идем. А куда мы идем? Когда в Питере идем. И вот эти гирляндочки напоминают мне. Невский проспект, так сказать. Здесь тоже сувениры. А, вот это вот, а, это Багис. Нет, Багис не очень. А вот этот вот магазин, который Soft Gold написано. Вот здесь продаются классные шубки, между прочим. Да, мне там понравилось. Из Соболя, во, мне понравилась там шубка из Соболя. Она стоила всего 12 тысяч евро. Ну, вообще, прикольный магазинчик. Но мне мамка уже сшила шубку из норочки. Не Соболь, конечно, но норочка. Но тоже неплохо. Так что мне повезло, что у меня мама швея. Слушай, а здесь какой-то магазинчик, да. Как мне нравится вечером. Мы сейчас с вами выйдем. Ну да, пойдем прогуляемся. Парк Танцера. И там будут бабочки разные. Гирлянды. Я маме в подарок подарила вот такие вот розочки красивые. Обожаю. На фонариках какие бабочки красивые. Типа она там пристроилась. Прилетела и осталась. А здесь вот такая вот бабочка. Этого цветочка. Боже мой. Какая роскошь, мама. Скажи, роскошь, да? Это точно. Наш театр Эстония. Самый главный и красивый театр. А здесь просто парк. Там сара. Здесь цветочки, там тоже цветочек. Бабочка осталась на фонарике. Наш отель Виру. Сокос. Самый-самый-самый старый отель. Ксюшка фоткает маму с бабочкой. Сейчас мы тоже там пофотографируемся и разойдемся. Божечки мой. Как холодно, а? О май гад, люди, не ходите в такой дубак на улицу. Очень холодно. Мы хотим передать привет нашим родственникам из Казахстана. Видите, да. Мы вас поздравляем с Рождеством, желаем вам счастья, любви, здоровья и хотим, чтобы всегда был мир в вашем доме и тепло. Привет, привет, Наташа, Ольга, всем привет из Эстонии. С Рождеством! Ура! С Рождеством!